же, вот наконец-то началось наше путешествие. Наш первый день, когда мы наконец-то собрали все наши вещи, запихали, все сложили. Вон наш домик. Вот. И, собственно, мы едем. Сейчас мы доедем в магазин, закупим продуктов. И все, мы уже в дороге. Сегодня мы, надеюсь, уже будем в Чеченице. Такие дела. Ну что ж, наша любимая рубрика «Проблемы с кофе». Так что нам налила полиция, мы опять затолкали. Мы опять заглохли прямо на самом капоте. Мне кажется, наше любимое место для того, чтобы заглохнуть. Вот, и мы толкали машину к обочине. Оказалось, что у нас кончилась вода, и мотор вскипел, и не захотел остановиться. Вот, да, полицейский вытолкнул нашу машину на обочину, и вот теперь мы ждем, пока мотор перестанет кипеть, и мы сможем поехать дальше. Мы не проехали, даже, наверное, я не знаю. 10 километров не проехали, у нас уже проблема. Наташа покусала Андрея, и теперь он тоже пролазит на Чеченицу. Это заразно. Да, мы пытаемся пролезть на Чеченицу, сейчас мы ищем. Наташа вспоминает, где она пролазила в прошлый раз. Вот. Если следующее видео не выйдет... Значит, Андрей упустил огромный тарантул, покусал ягуар за попу. Вот. И змея. Да. Что, ребята, мы смогли. Мы с Наташей пробрались. Это Гран-Синод. Сюда, говорит Наташа, Майя кидали своих первых дочерей в эту лужу. Вообще, чеченица переводится как «колодец народа майя». Как-то так. Странное название, но... Может быть, колодец, потому что тот Гран-Синод здоровый, может быть, по-другому. Ну вот, ребята, мы и добрались до главной пирамиды в Чеченице. Главной пирамиде в день солнцестояния 20 марта в 3 часа дня солнце образует такую тень, которая делает несколько треугольников. И это как будто бы змея. И потом со временем солнце начинает двигаться, и эти треугольники тоже двигаются. Вот какие были майя. Они все это просчитали, они предугадали это. И при этом еще убивали людей и отрубали им головы, и скидывались в пирамиду. То есть они были умными, очень умными. Они понимали в календаре, там, во всяком строительстве, в архитектуре. Но они были еще дофига кроманадными. Спиной у меня площадка для игры в мяч. Футбол, на самом деле, это не первая игра, в которую играют в мяч. Майя еще 1000 лет назад играли в мяч, только мяч у них весил 4 килограмма, и пинать его надо было попой. Такой вот какой-то странный вид спорта. А еще все заканчивалось жертвоприношением. Ну, это майя, у них всегда все так заканчивалось. Мне кажется, даже свадьба и крещение, и все у них заканчивалось. А сейчас мы поймаем варана на ужин. Да, варан? Я тебя съем. Андрей, наш обед убегает. Вот и подходит к концу второй день нашего автопутешествия. Сегодня мы были на Чеченице. Андрей первый раз видел пирамиды, и спросим уже, как ему. Мне очень понравилось. Пирамиды внушают такую, как бы, веют силой какой-то. В общем, если у вас есть возможность посетить пирамиды, обязательно посетите. Единственное, правда, что плохо, то, что сегодня мы не успели на световое шоу, потому что единственный день, когда у них выходной, это понедельник. И угадайте, какой же день сегодня? Вот, в общем, сегодня мы едем до Вайадолида, и через 30 километров мы будем там. Я обещаю вам клятвенно, что я наконец покажу вам уже наш дом с подсветкой ночью, ну а пока вот так.